Вишурок! Москва! Вишурок! Кто разрешил меня снимать? Сука, убери на... Моим сторонникам, которые удивлены, я хочу сказать вещь, что удивляться не нужно. Я четвертый год подряд хожу на русский марш. Им стоит бояться! Да! Им стоит бояться! Да! Кавказ соси! Кавказ соси! Москва! Кавказ! Аллах, пидорас! Совершенно нормальное, уместное. Ничего опасного в этом мероприятии я не вижу. Skinheads and masked youths, children and families, even members of the Orthodox Church. They believe they're fighting for the rights of Russians, rights that don't include those from other religions or anyone of non-Slavic appearance. We're tired of these dirty Caucasians. Chilling symbols are displayed with pride. In previous racist slogans were heard among the crowd as some 7,000 radical nationalists joined an annual demonstration known as the Russian March. They united in anger at corruption, crime, immigration. Алексей Навальный, он сегодня с нами на русском марше. Всем привет, с праздником! Слава России! Им стоит бояться! Да! Вы настоящая сила! Господь Бог дал великую территорию! В сохранение для вас никто не имеет права посягать на права и интересы моего народа! Россия должна стать национальным государством! Нынешняя власть не способна адекватно выполнять функции защиты и сбережения нашей нации! Сегодня на одной из радиостанций утром был опрос, сколько людей поддерживают компанию «Хватит кормить Кавказ». 89% высказали за то, что они поддерживают компанию. Здесь и сейчас. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Фу. Ну или в форточку залетит муха. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов – тапка. Но что делать, если таракан окажется слишком велик, а муха не в меру агрессивна? Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. This is amateur video footage of the riots. The young men are shouting nationalist slogans. The mall they're attacking has shop owners from the predominantly Muslim republics of the North Caucasus and the former Soviet republics of Central Asia. Спецназ избил? Да. Нет, молодца, инвалида. Избил